Hey you! Почему поселили человека в мой номер? Одну минуточку. Потому что Русфлот бронировал для вас только одно место. По какому праву поселили постороннего человека в мой номер? Извините, во-первых, это не ваш номер. А во-вторых, для вас бронировали одно место. А апартаменты у нас трехместные. Это что же вы хотите один жить в трехместном номере, когда тысячи людей ожидают места в гостинице? Jesus Christ, this is unbelievable. Господи, это невероятно. Я заплачу за эти два места. Это у вас в Америке все можно за деньги. А у нас, извините, все для блага человека. Дайте мне одноместный номер. Single room. Одну комнату. One person. На одного человека. For me only. Только для меня. К сожалению, свободных мест нет. Holy shit. Дерьмо. I must be out of my fucking mind. А зачем вам одноместный номер? Где мы вас специально поселили с соседями, чтобы вам веселее жилось. Так, а теперь быстро-быстро переодеваемся и в авто. Я позвонила Потемкинцу и говорила их не расходиться. Какие Потемкинцы? Я приехал на могилу отца! Как? Да мы это вам организуем, когда вы приедете из Ленинграда. Lady what? А вам что, не сказали? Вы завтра утром на неделю уезжаете в Ленинград. О, no. Да за счет Русфлота. Oh, познакомьтесь, это наш мастер, золотые руки, Остап Могильный. А это его рук дело. Вот, ну вот, настоящая работа. Да с такой ручкой можно смело ехать в Ленинград. А самое главное у нее внутри. Внутри у нее детекторный приемник. Везете свой багаж и слушайте радио Коминтерна. Где моя ручка? Из нее Остап смастерил сюрприз-сувенир.